Орден славы я получил за сбитый самолет «Юнкерс». Да. ДШК, эти пулеметы только в основном, они стояли, когда части были в обороне. Мы защищали огневые точки с воздуха. Это пулемет и противовоздушный, и наземный. И я помню, когда этот «Юнкерс» шел на нашу огневую точку, то есть я смотрю на него, он смотрит на меня, я его вижу, и он меня видит. Он строчит по мне, а я строчу по нем. И в конце концов я его сбил, но я почувствовал, что я облитый весь как какой-то жидкостью. И оказывается, что второй номер, я был первый номер, второму номеру попала разрывная пуля его и расщепила полностью голову. И его кровью я был облитый.